Ready, steady, go. Здравствуйте, меня зовут Сомова Екатерина. Я являюсь учащейся молодежного инновационного центра молодежного инновационного творчества «Перспектива» города Курганинска. Представляю проект разработки роботизированного комплекса для сортировки мусора. Каждый год в России образуется более 60 миллионов тонн твердых коммунальных отходов. Их количество растет, и за последние 20 лет объемы ежегодно производимого мусора выросли в два раза. К настоящему моменту в стране скопилось более 43 миллиардов тонн промышленных и коммунальных отходов. Даже поверхностный взгляд на состав мусора показывает, что не менее 60% наших отходов – это вторичные материальные ресурсы. Однако на сегодняшний день из общего объема удается выделить лишь 5-10%. Таким образом, основная проблема мусорной отрасли на данный момент – это отделение вторичных материальных ресурсов от остальных отходов. И решить эту проблему поможет сортировка мусора. Целью работы является конструирование роботизированного комплекса. Основными задачами является разработка конструкции комплекса и оснащение комплекса функций инновационного искусственного интеллекта. На данном слайде представлены аналоги устройства. Финская компания Zen Robotics разработала комплекс Zen Robotics Recycle. Он оснащен инновационной функцией искусственного интеллекта. Благодаря ей и различным датчикам происходит определение объектов по материалу и сортировка их по соответствующим контейнерам. Также робот Clark почти ничем не отличается устройством от Zen Robotics Recycle, и сортировка производится манипулятором с присосками. Комплекс состоит из робота-манипулятора, представляющего собой совокупность рычажного механизма и системы шаговых двигателей, также камеры, отвечающие за определение объектов, и конвейерной линии. При испытании на грузоподъемность разработанный манипулятор не обладал достаточным вращательным моментом. В связи с чем было принято решение разработать редукта с придаточным отношением 2,86. На данном слайде представлены графики крутящего момента от напряжения до и после доработки. Вы можете заметить, что крутящий момент увеличился практически в 3 раза. Система управления ответственна за управление всеми степенями свободы манипулятора. На каждой степени свободы устройства расположена микросистема с сервоприводом. В процессе разработки устройства сервопривод не выполнял функцию обратной связи, поэтому было принято решение установить потенциометры на каждую из осей в месте соединения с плечами рычагов с помощью зубчатой передачи. Это позволило отслеживать угол поворота сервопривода в качестве изменяемого сопротивления. Для управления были использованы драйвера двигателей L298N, так как все серводвигатели непрерывного вращения. Питание осуществлялось с помощью аккумулятора и стабилизатора напряжения. При разработке системы управления было принято решение первым делом подключать серводвигатели напрямую к микроконтроллеру от Mega328, но с дополнительным питанием, так как данный тип двигателей требует высокой силы тока. Но возникла проблема дрожания серводвигателя. Это происходило из-за того, что микроконтроллер создавал флуктуацию с импульса. Эту проблему частично устранило подключение серводвигателя к микроконтроллеру через потенциометры, но в будущем планируется использовать дополнительную плату расширения мультисерво-шилд, которая представлена справа. На данном этапе вы можете увидеть экспериментальный образец манипулятора слева. Он имеет 5 степеней подвижности, радиус действия около 700 мм и грузоподъемность около 500 грамм. Конечно, образец манипулятора имел ряд недостатков, таких как малая грузоподъемность и радиус действия, а также громоздкая, неточно срабатывающая система управления. Поэтому было принято решение разработать новый образец манипулятора, представляющий собой цельную пластиковую конструкцию с шаговыми двигателями. Наиболее подходящим аналогом стала роботизированная рука Муви, которая представлена справа, однако в ее конструкции был обнаружен ряд минусов,
таких как использование дорогостоящих моторов редукторов и ремней. В нашем образце планируется использовать шаговые двигатели неба и вместо ремней червячные передачи, что обеспечит плавность хода. Здесь представлено поэтапное 3D-моделирование усовершенствованной конструкции и характеристики червячных передач первых двух осей, уже разработанных. Здесь представлено экономическое обоснование. На данный момент манипулятор вместе с разработанным программным обеспечением по машинному зрению составляет 107 тысяч рублей приблизительно. Остальная сумма складывается из суммы конвейерной линии, среднестатистической цены конвейерной линии, а также уже разработанных двух нами модулей, то есть манипулятора и машинного зрения. Здесь вы можете увидеть конкурентные преимущества, это безусловно стоимость, усовершенствованная конструкция, имеющая плавную систему, плавную точную систему позиционирования, также относительно простое программное обеспечение, простота которой позволит понять его даже не специализированному специалисту, но имеющему техническое образование, также система машинного зрения, оснащенная камерой с встроенным микропроцессором, что значительно упрощает обработку сигналов с камеры. В ходе работы был собран экспериментальный образец манипулятора, разработан алгоритм управления, также проведен ряд испытаний, в результате которого было принято усовершенствовать конструкцию и разрабатывается система машинного зрения. В дальнейшем планируется разработать пульт управления комплексом, а также разработка системы конвейерной линии. На этом все. Спасибо за внимание. До свидания.